Всем привет, с вами Лёвик Геймс, и сегодня вот в такую игру играем. Это Tower Defense, фантастичный, не помню как называется, World как-то Tower Defense, не помню в общем. Это такое, сейчас посмотрите, что здесь делать и как здесь интересно. Играть будем вместе с Рубиком. Посмотрим, здесь можно и стрелять самому, и башни ставить. Так, люди, ну что, поехали. Начинаем сразу играть. Так. Давайте-ка я сразу ставлю. Блин, здесь на кнопке не ставится, я сразу тогда машину ставлю. Вот так давайте сделаем. Лёвик, да. А здесь фармить-то можно вообще, нет? Да, тут как-то ну, тут, по-моему, нет. А, можно, там надо покупать ферму, да, и можно фармить здесь, да, 100%. А ты обороняйся пока. Так, я пока тут вот так делаю, стреляю. О, сейчас мы вдвоем-то вообще круто можем, нормально, смотри. И как меня... вот такие эти враги, да? Да, да, вообще круто, так-то здесь прикольно. Смотри, еще что-то орут, главное. Можно пушку улучшить, кстати, будет. И она помощнее стрелять будет. Ты поставил чувака какого-то? Нет, ничего не ставил? Сейчас поставлю. Нормально. Нормально. Можешь пушку прокачать, если хочешь. У меня машина, если что, едет. Вон одна, видишь? Нет, еще пока не вижу. Вон она уже доезжает. А, да. Такой УАЗик. Да. Так, а что у тебя какой-то этот медленный чувак как будто... Он стреляет. А он радиус как достает? Его нормально поставил? Ну да. На угол не надо было его ставить, нет? Так, смотри, я что делаю. Я пока вот так вот делаю. Обновляю. Теперь у меня пистолет круче. А как ты пистолет обновил? На него нажми, на сам пистолет, нажать. И потом там обновить. Да, так же сделал. Все, давай. Смотри, теперь нам круче будет. А чё тут чувак стреляет? Давай, нам надо вдвоем обязательно стрелять. Это что-то, смотри, их сколько. Жесть. Да. Вот, моя машина-то нормально так помогает, да? Угу. Во, нормально, эти слабенькие вроде, их нормально. Давай. Натиск свой на них. Да, вот, отлично. Против зомби навоевались. Так, а чё твой? У него какая-то пуколка. Чё это такое вообще? Чё он делает? Люди, напишите в комментариях, кто знает. Чё он делает? Так, кстати, надо их валить сразу, я думаю. На входе прямо. Кстати, смотри-ка. Я апгрейд сделал его. Смотри, сейчас он. О! О! А что у него радиус обзора есть какой-то? Ну, большой. Да. Так, пока нормально. Я тогда машину пока буду. Сейчас вот этого чувака. Так, смотри, там что-то какие-то другие чуваки пришли. Кстати, о, смотри, там здоровяки идут. Офигеть. Давай, машина. Отлично. Так, пока нормально. Кстати, идем более-менее неплохо. Наверное. Смотри, какие здоровые чуваки. Смотрите, блин, здесь прикольные вообще. Так-то они идут, нормальные орки, и мы защищаемся. Не просто, блин, еще и сами можем. Это ж вообще круто. Так, ну-ка сейчас... Да, ржут над нами, походу. Так, сейчас смотрим, как твой чувак будет стрелять. Что он делает? О, нормально. А, он, видишь как? Вот он что делает-то. Лазером? Да, но он и постепенно. Я его обновил, если что. Это хорошо. Он, получается, должен быть против каких-то больших чуваков. Если он так. Ну, то есть против сильных. Так, Рубик, ты стрелять собираешься? Да. Так а мы пока выигрываем, что тут? Ну, сейчас смотри, там кто уже идет. Сейчас вот ты будешь выигрывать, смотри. Так, у меня что-то подзависло все, а вот все отвисло, все хорошо. Так, давай я, наверное, что-то буду улучшать. Ну-ка, либо можно улучшить пушку за 20 тысяч. Нет, это многовато. Да, у меня тоже 20 тысяч стоит улучшение. Прилично, так, да, по деньгам-то? Да, здесь очень... Так, я обновлю тогда машину. А, на 500 всего можно... А, 10 тысяч, вот, 10 тысяч. И будет еще одна машина. У меня там... Смотри, здоровяки пошли уже. Пока справляемся, Лёвик. Да, пока нормально. Пока очень даже неплохо. Тут, видишь, прикольно. Видно, кстати, у машин, сколько осталось до следующей типа машины. Да, в Tower Defense этого не хватает. Да, очень удобная. Тука, блин, посмотри, сколько их вылезает. Так, я сейчас машину еще прокачаю побольше. Я знаю точно, что здесь вроде бы машина тоже... О, блин, клёвый у тебя прикольный чувак.
Только что-то он урона как-то, я не понимаю, как он наносит. Он как будто мало урона-то наносит. Так, а просто сильнее пошли. Нет, нет, просто что-то как-то, я не понимаю. 8000 долларов обновление. Вот я сделал. Смотри, обновил, смотри какой. О, прикольно. Блин, да здесь круто вообще так-то, да, выглядит это прикольно. Я, кстати, сейчас тоже сделаю. Обновлю-ка машинку. 10 тысяч у меня тоже. Вот. Точняк, вот, что я и думал. А, нет. Или да, я не понимаю. По-моему, у меня следующая машина будет с пулеметом. Здоровики какие пошли. Да, 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 там их куча огромная. Так, пусть-ка твой тогда со здоровиками, я пойду на тех повалю пока. Так, ну-ка. Блин, да их сколько здесь? Смотри-ка, сколько вылезают. Идут такие нормально, один за другим. Рубик, ты где? Помоги мне. Ты ставишь чуваков, что ли? Управляешь, что ли? Да, я его посередине попробую поставить. Ну, у него как, радиус достает? Да, смотри-ка, да, достает. Да, достает. Нормально. Так, ух, 8 тысяч. Барабанщики, да? Да, 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 смотри. Вдвоем-то мы вообще нормально их рубим. Их тут целая армия, Левик. Да. Атакуем, атакуем. Так, у нас люди, кстати, у нас самые, мы просто так первые зашли, ввели код там, который прямо у них написан на сайте. И вот, соответственно, вот этих купили. Рубик купил себе такого чувака, я себе машину купил. Все, поэтому сейчас будем... Ну, кстати, так-то пока нормально справляемся. У нас там еще денежки вроде копятся, за каждую волну даются. Не, хорошо, что здесь можно самим участвовать, да? Да, 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 это очень вообще удобно даже. Ну, круто. Вот ты как раз... О, ты посмотри, кто вышел, ого! Смотри. Вот это да, это какой-то мини-босс. Жесть, ты посмотри, у него здоровье, это нормально. Посмотри, мне кажется, блин. Потом... Мы там сейчас еще... убьем динозавра, он еще пешком пойдет. Вот там это. Еще. Посмотри. Давай, 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 стреляй. Давай, давай, о, одного за... Так, там еще, смотри, шел. И несколько, по-моему, даже двое. Или один, один. Жесть, смотри. Давай, давай, давай. Блин, полнейшая я жесть. Чувствую. Нам не помешало бы наши пулеметы бы. Да, пушки бы наши, да? Точно, да, было бы получше бы 100%. Но я хочу сейчас на машину на следующую накопить. Для начала пока. Жесть, Левик, они прорываются. Да. Блин, да посмотри-ка. Так, того должны завалить, я пока мелких завалю. Так. Так, 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 ну-ка быстренько. Сейчас я попробую вот этого. Все, у меня следующая машина уже пойдет. Справились, пока справились, да, все хорошо. Красота. Так там еще, смотри, красота, посмотри там сколько, там сразу боссы идут один за другим. Это полнейшая жесть. Так, у тебя уже прокачанных два чувака, нормально. Во, они, кстати, вроде хорошо. Постоянно дамажат, что ли? Я вот не могу понять, как они дамажат. А ты себе пистолет прокачал, что ли? Ну, только, ну, нет, так же, как у тебя. Ну, на один уровень. Да, что-то на у тебя один. Круто выглядит со стороны, прям смотрю, такой бластер. Так. Машина идет, машина, смотри, машина твоя идет. Так, отлично. Следующая машина моя должна с пулеметом пойти. Вот она, смотри, уже стреляет, видел? Она издалека нет. Стреляет. Круто, блин, она клево стреляет, сейчас увидишь. Там еще чуваки, смотри, какие-то с этими, с рюкзаками идут. Путешественники, вижу, смотри. Вижу. Жесть. Так, давай-давай, машина, начинай. Где машина, не вижу. Вот она идет. Во, смотри, начинает стрелять. Смотри, как здоровье от них отскакивает. Видишь? Красота, да. Блин, только жалко, что она убита. О, вот сейчас смотри. Должна стрелять. Вон там машина должна стрелять. Во, во, стреляет. Блин, а это посмотри. Кто такой тут идет? Так вот турист какой-то. Что-то у нее здоровье дофига как будто. Да. Жесть вообще, да посмотри. О, нормально. Смотри, они все дальше и дальше, да? Да, да, да. Ты посмотри, сколько их. Полнейшая жесть. Ну-ка еще. Так, надо пистолет попробовать улучшить. Нет, 20 тысяч. Я тоже коплю, Левик. Левик, я тоже коплю. Да, я... ну давай накопим 20 тысяч, как раз должно быть нормально. Мы вдвоем просто два пистолета, я думаю, для нас будет офигенно, да? Машина хорошо, смотри, как с пулеметом, блин. Она вот на таких поворотах хорошо, походу, заходит. Только против здоровяков, походу, не особо. Да не, нормально, ну, нормально, смотри, как вообще, она давит. Да, хорошо. Не, здоровье вешь побольше.
Нормально. Фу, блин, это мы с этими кое-как справились, получается. Ну что-то они прям далеко зашли. О, отлично, можно покупать. Все, у меня пушка крутая теперь. О, смотри, как круто. По 30. Было по 8. Отнимает сразу по 30. Да, да, вообще красота. Сейчас попробую. О, давай пулеметик строчи там. Смотри, как круто. Блин, ну вдвоем-то да. Вообще красота. Вообще нормально, посмотри, как круто, блин. О, этих вообще валим с одного удара. О, ты посмотри, о, что это такое, ничего себе. Танк, что за нафиг? Смотри, это танк. Да, какой-то. Да. Реально, и этот с рюкзаком еще идет, блин. Ну-ка, сначала того завалю. Во. Рюкзачник тут идет, блин. Что за турист еще нафиг? Во, пока нормальненько. 13-я волна, кстати, нормально. А сколько здесь волны, интересно? Блин, я хочу тогда эту машину попробовать на максимум прокачать. Ну-ка, я посмотрю, что там. 100 тысяч, серьезно? Следующая машина 100 тысяч у меня стоит, прикинь. Обалдеть. 100к. А пистолет следующий 35. Тогда проще пистолет. Так, перезарядочка, пошли удары. О, ты посмотри, там еще боссы вышли. Ты видел? Да. Смотри, здоровяки какие, жесть. Жесть, ты посмотри, у них сколько здоровья. Ты стреляешь? Да я вот пробую неандертальца поставить. Какого? А вот да это поставить. Самое, наверное, бесполезное. Он, ну, наверное, мало наносит. Во, нормально, кстати, твои нормально лупят. Так, эта машина еще стреляет хорошо, пока едет. Давай, давай, нам вместе нужно, посмотри, мы одного босса еле-еле валим, а уже две машины в него вошло. Так, у меня сейчас... Две машины? Да. Ну-ка, ну-ка. Давай, давай, сейчас одного должны завалить. Есть. Посмотрим у этого сколько. Жесть вообще. 11 тысяч жизней. Ничего себе. Так, смотри, ну чё, я могу пистолет покупать. Чё, покупать мне пистолет, что ли, который круче? Еще один? Да, за 35. А сколько? Ого, давай, конечно, бери. Блин, или докопить до 100 тысяч. Для машины? Ну, я думаю, да. Тоже хорошее приобретение будет. Блин, давай пока вроде справляемся, вроде мы должны его завалить ведь, да? Смотри, там пушки идут сзади. Да. Сейчас, погоди чуть-чуть тогда. Я пока его попробую побить. Блин, нормально, машины стреляют хорошо, вроде бы идут. Может, вообще еще просто одну машину сделать? Блин, ты посмотри-ка. Давай, давай, давай. Босика надо завалить. Так, следующее. Так, отлично. Фу, пока мы справились. Во, нормально. Мы когда вдвоем стреляем, вообще хорошо. С машинами, с этими лазерами. Так, 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 еще отлично. Так, у меня уже 50 тысяч. Там еще боссы, ты посмотри. Я не знаю, поставил этого неандертальца. Как он, думаешь, нормально вообще? Да, нет, нет. Он же самый этот, базовый, значит, он не может быть нормальным. Да. Это же самая база. Я апгрейд сделал, считай. Да не, он обычно ничего не наносит. Ну, стандартно же, бесплатно, они обычно ничего. У тебя, кстати, пушка тоже круто выглядит. Да? Я не вижу. Со стороны это нормально. Боссы тяжелые, да? Да, босс это вообще тяжелые. Блин, там еще куча чуваков идет мелких. Ну ладно, главное боссов завалить. Если, в принципе, вдвоем будем стрелять, то должно быть нормально. Блин, вот что делать? Либо сейчас покупать... Я так думаю, сейчас поставлю чувака за 5000. Вот этого еще одного. А, не, может мне апгрейд сделать? Давай апгрейд. Что-то я уже это... Так, я, наверное, знаешь, что сделаю? Я все-таки машину еще одну поставлю. Я не буду ждать, я поставлю еще одну машину. Смотри. Нормально. Так, так. За 20. Все. Я сделаю еще одну машину с пулеметом. Прорываются, смотри. Так, давай, давай. Надо нам помогать нашим чувакам. Я сейчас, короче, смотри, я сделаю. Я сейчас машину поставил, и сейчас чуть-чуть денег подкоплю, и у меня пушка будет покруче. За 35? Да. Красота. Вот, вон, смотри, машина нормально вылезает.
Сейчас просто два, считай, машины, ну, две машины с пулеметами. Во, и моя пушечка. Красота. Интересно, он может наносить удары нам, если поближе подойти? Нет. Нет, не наносит. Блин, смотри, какой здоровяк. Давай, давай, давай. По 60 вообще уже нормально сносит. А ты купил, да, уже? Да, да, все купил. Красавчик. Блин, там что-то еще едет. О, смотри, волк, ты посмотри. Ого. Жесть, смотри, как он быстро идет. Жесть. Давай, 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 нам нужно победить его. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай, 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 сейчас машина поможет. Блин, жесть. Есть. Вообще. Так, сейчас еще все получается сложнее, где-то будет, да. Танки, смотри. Да. Ну танки, походу, пока... Вот эти волки-то вообще жесть, они такие быстрые получаются. Просто офигеть. Я сейчас Лёвик себе, наверное, вот что думаешь, пистолет купить или что? Давай пистолет, да, там вон волк еще идет. Мы сейчас стрелять будем много, походу. Есть. По 60 хотя бы попробуем. Там вон еще один волчара идет, надо его завалить, 100% будет быстро. Так, блин, что еще делать, тоже неизвестно. Два сразу. Два, там еще один, я не видел даже. Блин, там посмотри, там какие-то еще осадные орудия идут. Ого. Блин, полнейшая жесть. А что у тебя с машинами? Они вот так выходят. Они же каждые 30 секунд только выходят. Может, еще вот они машины? Стреляют. Сейчас, погоди. Я пока стреляю, блин. Нам бы их поприжать бы немножко. Да, похоже, мы их не прижмем. Давай я машину еще поставлю. Смотри, какие чуваки едут, Лёвик. Жесть. Так, все, я машину еще одну выпустил. Что-то, походу, они нас прижимают, а не мы их. Давай, давай. Нормально, пока стреляем. Все, вот так-то мы стреляем нормально. По 60, считай, вдвоем наносим, плюс машины по 30 постоянно. И еще врезаются, тоже наносят. В принципе, нормально. Блин, вот этих давай, завалить давай, бы там. Не, пока что-то вообще нифига. Давай, ну, вали тогда машину. Да, да, вали пушки тогда. А я хорошо буду его валить. Хотя бы задержим их немножко. Лёвик, я не справляюсь. Блин, я вижу. Жесть вообще. Сейчас чувака завалим хотя бы. Вот этого. И уже по пушкам можно будет. О, все, завалили. Давай, давай. Давай, теперь с пушками осталось. И чуть-чуть еще. 19-я волна, офигеть. Так, давай, я может... Я страховочку поставил, Лёвик. Давай, давай. Вот, да, как раз думал этого чувака. Жесть вообще. Ты посмотри еще здоров. Ты посмотри, сколько там боссов идет в начале. Ты видел? Жесть. Вообще ужас. Давай, давай, нормально. Мы своими пушками нормально стреляем. Так, я сейчас, знаешь, что сделаю? Машинку быстренько поставлю. Так. Причем без разницы, куда в него стрелять. Да, похоже, заметил. Да. Да. Так, я еще одну машину поставил, не знаю, поможет она нам, нет. Давай, давай, красота, поможет. Там уже машин столько. Мы стреляем, постоянно стрельба идет, но что-то здоровье у нее просто дофигище. Давайте, жесть, давайте. Жесть, Лёвик, смотри. Жесть, ты посмотри, какие идут, блин, да они прикольные, посмотри, такие чуваки, блин. Жесть вообще. Блин, как это? Блин, вот эти осадные орудия, походу, сильные очень. Просто жесть. У них офигеть сколько здоровья. Или у них броня какая-то. Блин, да посмотри, сколько их. Броня, скорее всего. Офигеть. Как их завалить-то? Что у тебя с машинами? Так вот они все выходят. Ух, ёлки-палки, ничего себе тут. Жесть, сейчас я попробую еще машину. Еще. У меня нет денег. Давай, 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 сражаемся, мы должны. Машины вышли. Блин, да посмотри, сколько их. Там конца того есть вообще, конец-то им. Полнейшая жесть какая-то. Да, жесть. А еще что ли? Давай, 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 мы должны их завалить. О, фу, нормально, выжили. Так, только там боссы, да посмотри, сколько там тележек еще идет. Офигеть. Посмотри, сколько, полнейшая жесть. Давай, давай, все стреляйте, кто только может. Ну, люди, машины, блин.
21-я волна, жесть. Твои вроде офигенно, так-то они вроде хорошо против здоровых, походу, боссов вообще нормально. А у тебя есть какой-нибудь на максимум, можешь прокачать кого-то посильнее? На максимум денег не хватает. Так, ну, блин, нифига. Давай, давай, Лёвик, не, все, нас поджимают. Да все, вообще наверное. Жесть, ну надо из последних сил, давай будем биться как можем. Завалим хотя бы хоть кого-нибудь. Давай машину вызывай. Да все, уже, вон, смотри, сколько их едет, только толку-то они все врезаются. Так, сейчас. Все, я максимально, джипов больше нельзя. О, волк еще идет. Эй, держитесь. Давай вот этого хотя бы здоровяка, одного только здоровяка. Ах, блин, ну нормально. Жесть. Как вам, люди, продержались до 21 волны? Ставьте лайки за такое, подписывайтесь на наши каналы. Всем пока. Как вам игра, кстати? Ставьте комментарии тоже, оставляйте. Всем пока. Всем пока-пока.